Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Погиб, выполняя служебный долг. В Самаре простились с героем Андреем Корниловым, который отдал свою жизнь на Донбассе. С чувством патриотизма и гордостью за свою страну. В Самарской школе номер 7 новая учебная неделя сегодня началась с гимна России. Не оставили мусору ни единого шанса. Выходные субботники прошли по всей Самаре. Подробности в репортажах наших корреспондентов. В субботу в поселке Прибрежный простились с Андреем Корниловым. Рядовой погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Отдать дань памяти героя пришли и близкие, и друзья, и просто неравнодушные жители. На месте побывала и наша съемочная группа. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. Настоящий солдат, лучший из лучших сыновей Родины. Таким Андрей Корнилов навсегда запомнится своим сослуживцам. Рассказывают, в трудную минуту на него всегда можно было положиться. Бывшая супруга Андрея, Марина, вспоминает, он был хорошим отцом, заботился о дочерях и помогал своей семье. Военнослужащий героически погиб во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Если мы начинаем проявлять какую-то слабость, то на свет вылазит всякая нечисть, который хочет разорвать нашу страну, поставить на колени. Но поверьте, этого никогда не было и не будет. Потому что на пути этой нечисти встают такие ребята, такие настоящие солдаты, как Андрей Евгеньевич. На службу по контракту в ракетные войска и артиллерию Андрей Корнилов поступил 2 года назад, в 2020-м. 17 марта семья узнала, что мужчина отправился на Украину выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Рядовой погиб во время диверсии, которую устроили 14 апреля вооруженные силы Украины. Диверсионной группой националистической армии Украины было совершено нападение на границы республики. Смелыми и решительными действиями батальона тактической группы, бригады. Диверсионная группа была уничтожена, но к великому прискорбию Андрей в ходе боя смертельно был ранен. Андрею Корнилову было 40 лет, у него остались две дочери. Рядового похоронили на кладбище Рубежное. Каждая новая учебная неделя в школах Самарской области теперь будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага России под гимн нашей страны. С такой инициативой ранее выступил губернатор Дмитрий Азаров. Как церемония прошла в школе номер 7 Красноглинского района, расскажет Михаил Ермоленко. Первый не только в учебе и волонтерстве, но и в проведении торжественных церемоний. За активную жизненную позицию девятиклассник Никита Пивоваров в числе первых удостоился чести поднять флаг России в своей родной школе номер 7. 25 апреля в областной столице дали начало новой традиции. Школа номер 7 стала одной из первых в Самаре, где прошла процедура поднятия государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу проведения подобных церемоний в образовательных учреждениях государства, отметив, что это правильно и востребовано. С сентября нововведение распространится на все школы страны, но уже сейчас церемония проводится в образовательных учреждениях, где есть такая техническая возможность. В церемонии принимают участие ученики, педагоги и юнармейцы. Это почетное мероприятие, поднятие флага, будет предложено лучшим ученикам, которые отличились в учебе, в спорте, в каких-либо творческих мероприятиях. Я думаю, это очень почетно. А таких детей у нас талантливых очень много в нашей школе. Школа номер 7 Красноглинского района стала одной из первых в Самаре, где прошла церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. С такой торжественной ноты теперь будет начинаться каждая новая неделя. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Более 63 тысяч человек приняли участие в заключительном общегородском субботнике, который прошел 23 апреля в рамках месячника по благоустройству. Напомним, он стартовал в Самаре 1 апреля. Его итоги обсудили на традиционном еженедельном совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Отдельно поговорили и о пассажирских перевозках в дни религиозных праздников и на дачных маршрутах. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Предпоследняя суббота апреля выдалась не только на редкость солнечной и теплой, но и плодотворной. В заключительном субботнике в рамках месячника по благоустройству приняли участие сотрудники областной и городской администрации, главы внутригородских районов, представители учреждений здравоохранения, образования, объектов потребрынка и промышленных предприятий. Сотрудники ТСЖ и ЖСК также мотивировали самарцев к наведению порядка во дворах и прилегающих к ним территорий. У нас еще запланирован один средник на этой неделе.
Ну, я думаю, за эти 5 дней те планы, которые мы наметили на период Мечника, будут выполнены. Ну и в приоритете остается сейчас подготовка мест к 1 мая, 9 ну и к студию по весне. По убранным в субботу территориям перед мэром Самары отчитались главы внутригородских районов. В общей сложности в каждом из районов наводить порядок на городских локациях вышли от 4 до 7,5 тысяч человек. Люди избавлялись от старой листвы, приводили в порядок деревья, бордюры, укладывали собранный мусор в пакеты. Для его быстрого вывоза в городе была создана группа по взаимодействию перевозчиков с региональными операторами. Я считаю, что движемся нормально, но территория, конечно, еще требует дополнительной уборки. Мы оцениваем, что на сегодняшний день те планы, которые мы строили по уборке, выполнены процентов на 80. Надеемся, за неделю, которая осталась у нас до конца месячника, подтянуться и все планы наверстать. Почти во всех районах Самары к уборке подключились волонтеры и неравнодушные жители. Многие из них наводить чистоту выходят ежегодно, считая это своим долгом и доброй традицией. Достаточно количество людей работало, техники работало, сама видела. Помогли нам и предприятия, спасибо населению. И хочу обратиться к вам с просьбой, чтобы вы всех активных участников субботников, средников поощрили, сказали им огромное спасибо. Отдельное внимание уделили локациям, которые в этом году участвуют в голосовании в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. За понравившуюся территорию на общегородском субботнике могли проголосовать все желающие. Жителям города помогали волонтеры. Обсудили на совещании в мэрии и вопрос организации пассажирских перевозок на городские кладбища в дни религиозных праздников. Они традиционно будут осуществляться по 8 маршрутам – до Рубежного, Южного, Лесного и Зубчининовского. Для этого в столице региона задействуют 58 маршрутов. Работа у нас осуществлена по расписанию в экспрессном режиме. Ранее мы, значит, накапливали людей, они у нас садились, соответственно, как бы после наполняемости автобуса. Сейчас это у нас абсолютно рейсовое расписание, то есть у нас в 7 часов начало перевозок, и, соответственно, в 15:30 мы проводим контрольные рейсы по вывозу всех наших пассажиров с кладбища. К садово-дачным массивам автобусы поедут со 2 мая, а завершатся перевозки к концу октября. На всех запланированных маршрутах будет задействовано до 52 единиц транспорта, автобусов среднего и большого класса вместимости. Как и в прошлом году, перевозки будут организованы по 29 маршрутам. На даче с мая по сентябрь можно будет уехать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также нерабочим праздничным дням, а в октябре только в выходные. В городском дептрансе напоминают, в связи со сложной эпидобстановкой в транспорте по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина тоже приняли участие в общегородском субботнике. Они приводили в порядок после зимы Парк Победы и Аллею Трудовой Славы. Подробнее в следующем сюжете. В преддверии майских праздников особое внимание уделяется мемориальным комплексам и местам, связанным с Великой Отечественной войной. Так, множество людей вышли на субботник и на аллею Трудовой Славы. Здесь в прошлом году установили стелу в честь присвоения городу звания «Город Трудовой Доблести». А также находятся монументы, посвященные предприятиям, которые трудились в тыловом Куйбышеве. Горожанам для уборки на аллее присоединилась и глава Самары Елена Лапушкина. Вышли предприятия убирать на свою территорию, прилегающую территорию, за что огромное спасибо и руководителям, и сотрудникам всех предприятий и учреждений, нашим школьникам, нашим волонтерам, сотрудникам других организаций, что откликнулись, и в городской субботник вышло такое большое количество людей. На аллее неравнодушные жители убирали листву и подбирали мусор, красили бордюры и лавочки. Такие же работы выполняли и в Парке Победы. Преображали территорию областные и городские власти, активисты движения «Волонтеры Победы», представители ветеранских воинских организаций и силовых ведомств и жители ближайших домов. В парке множество знаковых монументов. К одному из них, Вечному огню, участники субботника возложили цветы. В ближайшее время на территории Парка Победы появится еще один знаковый объект – памятник почетному гражданину Самарской области, герою Советского Союза Владимиру Чудайкину, который ушел из жизни в 2020 году. Открытие бронзового бюста на одной из аллей парка планируется 8 мая. Место установки памятника губернатор обсудил с главой города. Мы посмотрели место, которое выбрали ветеранские организации. Мы посмотрели, что нужно делать рядышком, высадить деревца, кустарники, чтобы все было это красиво, достойно памяти великого человека. Глава региона, осматривая территорию парка, поблагодарил активных горожан за инициативность. После зимы нужно навести порядок и на своем участке, и на каждой улице, во дворе, в наших городах и селах, чтобы они радовали наших детей, наших ветеранов.
чистотой и благоустройством. Поэтому всем огромное спасибо, в первую очередь, кто откликнулся и вышел на субботник. Как отметил губернатор, проведение субботников – это не просто уборка территорий, а традиция, объединяющая поколение. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Субботники прошли во всех районах Самары. Там работали наши съемочные группы. Вот как это было. Уборка развернулась и в сквере имени Петра Львовича Монастырского на пересечении улиц Фрунзе и Вилоновской. Сквер носит имя великого режиссера не случайно. В этом доме он жил. Отсюда ходил на работу в расположенный неподалеку театр драмы, где был художественным руководителем и поставил около 120 спектаклей. Вдова знаменитого режиссера Надежда Монастырская делится: приятно, что о супруге, который ушел из жизни 9 лет назад, помнят, и забота о сквере тому подтверждение. Я каждый день им здороваюсь. Это очень естественно, потому что доска висит на доме, где мы жили. Здесь я живу я. И каждое утро, выходя из дома, я просто к нему поворачиваюсь. Он смотрит на меня. Я говорю те слова, которые говорил к нему. Привет, доброе утро, целую, пока. Все, я пошла на работу. Конечно, приятно. Всегда нужно помнить добро, а он делал добро. Потому что люди выросли, некоторые, на его спектакле. Жители примыкающего к скверу дома рассказывают и живут дружно. Их дети здесь гуляют, да и сами они нередко любуются открывающимся из окон видом. А чтобы было еще приятнее, убирают прилегающую территорию, особенно после зимы. С радостным, конечно. Солнышко выглянуло. Радость народу много, у нас жителей много вышло. Поэтому все довольны, радостные, наводим порядок, чтобы было красиво дома, чтобы и детям было приятно бегать. Все здесь и сидят, и гуляют, так что для себя стараемся. В этом году сквер имени Петра Львовича Монастырского попал в топ-20 рейтингового голосования за благоустройство в 2023 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». От активности жителей Ленинского района зависит, окажется ли эта территория в списках победителей и будет ли она преобразована. Сквер Монастырского, он назван в честь легенды нашего города. Здесь рядышком находится театр драмы. На протяжении долгого времени Петр Львович возглавлял этот театр, был его идейным вдохновителем. Сам он являлся заслуженным артистом Советского Союза, многократным получателем премии президента и других правительственных наград, ну и почетным гражданином Самарской области и городского округа Самара. Конечно, очень хочется, чтобы здесь появились малые архитектурные формы, кустарники, были посажены какие-то растения, цветы, потому что это гостевой маршрут, мы находимся рядом с Волгой. И, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы люди проголосовали за обустройство этого сквера, чтобы всем приятно было здесь находиться. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» с 15 апреля по 30 мая проходит онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2023 году. На территории Ленинского района в онлайн-голосовании принимает участие общественная территория «Сквер имени Петра Львовича Монастырского». В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре уже отремонтированы более 1000 дворовых территорий, более 400 скверов, мест общего пользования. Сейчас идет прием голосов за объекты, которые могут быть благоустроены в следующем году. Проголосовать за понравившуюся территорию можно на платформе 63.городсреда.ру. Кроме того, в Ленинском районе находится стационарный пункт голосования, расположенный по адресу Садовая, 175, в отделении Пенсионного фонда. Виктория Шара и Николай Сидоров. События. Территории у домов по физкультурной 103, Краснодонской 10 и 10А на общегородском субботнике приводили в порядок волонтеры, студенты и неравнодушные жители города, которые сами проявили инициативу и вышли с желанием сделать пространство вокруг своих домов чище и уютнее. Получив необходимый инвентарь, люди занялись уборкой листвы, мусора, подбором старых веток. Это как-то сплочает людей, даже какие-то, может быть, негативные моменты были у кого-то, мы выходим сюда, это все сглаживается. Потому что мы начинаем взаимодействовать, работать для единого дела, и поэтому становимся дружнее. У них есть возможность познакомиться между соседями, подружиться, решить какие-то свои там планы, чтобы в будущем делать, как улучшить жизнь общую, комфортную среду.
В месячнике по благоустройству жители промышленного района участвуют ежегодно, считая, что наводить порядок после зимы должен каждый житель Самары. Для мотивации соседей у дома по физкультурной 103 всех, кто пришел на общегородской субботник, угощали пасхальными куличами и горячим чаем. Вообще такие мероприятия открываются часто. Они нужны. Почему? Если каждый житель выйдет из дома, уберет свою территорию, естественно, мы не будем пачкать, мы будем беречь и ценить. От каждого дома по физкультурной 103, Краснодонской 10 и 10А участие в общегородском субботнике приняли от 20 до 30 человек. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События. Более сотни человек вышли на уборку парка «Молодежный» в промышленном районе Самары. Вооружившись инвентарем, собирают листву, мусор, красят бордюры, белят деревья. Все вовлечены максимально в этот процесс. И население, в первую очередь, и школьники, и студенты, и служащие, и управляющие компании. Почему мы с вами встречаемся в парке «Молодежный»? Не случайно выбрано это место. Во-первых, у нас парк участвует в проекте формирования комфортной городской среды. И мы здесь параллельно организовываем голосование за данный парк. Призываем всех людей активно принимать участие в этом процессе. Парк расположен в границах улиц Ставропольской, Воронежской, Нововокзальной и Тихого переулка. Его общая площадь более 19 гектаров. Поэтому благоустраивают территорию в два этапа. Первый в этом году, а второй в следующем, если за благоустройство снова проголосуют сами жители. Наталья Маркелова стала волонтером, чтобы помогать и рассказывать местным жителям, как проходит отбор проектов и как можно голосовать. Наталья сама живет недалеко от парка, любит здесь гулять и уверена, что территория должна стать одной из лучших в городе. Существует проект, очень красивый проект, красочный, где предусмотрено буквально все, можно сказать. То есть там и дорожки, и велосипедные дорожки, и вплоть до туалетов. Мы надеемся на то, что у нас с озером все-таки что-то решится, да, чтобы это была красивая зона, которая бы устраивала всех, и детей, и людей серебряного возраста. Во время субботника жители смогли познакомиться с проектом и буквально за пару минут отдать свой голос за любимый парк. Нам волонтеры помогают вот, пожилым людям. Они не всегда смогут зайти вот, в телефон, что-то там набрать. То-то, все. А это замечательно, что у нас вот такие люди и там встречают, и здесь встречают. Вот, все идут с удовольствием голосовать. Вот сейчас мы очень рады, что у нас будет этот парк. Вот честно сказать, чуть ли до небесов не подпрыгиваем от радости. Ведь и детям будет где гулять. Это же красотища будет. Просто вот. Тут вот мы, когда сидели в проекте, мы уже давно уже дали добро на это. И очень рады, подписывали все в администрации. Проект очень нам понравился. Напомним, что ознакомиться с проектом можно на сайте 63.городсреда.ру. Там же проходит голосование. Оно продлится до 30 мая. Отдать свой голос могут люди старше 14 лет. Зайти на сайт можно с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах, торговых и многофункциональных центрах. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События. На заключительный общегородской субботник жительница Советского района Елена Артамонова пришла вместе с соседями. Для того, чтобы любимый сквер вновь засиял чистотой, необходимо убрать мусор, остатки листвы, привести в порядок пешеходные дорожки и газоны. Вместе с жителями в уборке этой территории приняли участие школьники и волонтеры. Люблю этот день, люблю, когда чистоту наводят в городе. С удовольствием это делаю, всех призываю на субботник, чтобы город был чистый и было приятно в нем жить. У сквера интересная история, отмечают жители. Был создан в 1986 году, но до нового тысячелетия своего названия не имел. В 2014 году по инициативе жителей безымянный уголок на Безымянке обрел свое имя и начал называться сквером авиаконструкторов. Сквер очень значимый для жителей Безымянки. Любимый. Здесь в летнее время и в осеннее, но, естественно, когда теплая погода, здесь очень много детей. Пожилое население любит отдыхать. Сквер авиаконструкторов претендует на благоустройство в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Согласно разработанному дизайн-проекту, здесь планируют заменить асфальтовое покрытие, обустроить игровую зону, установить новые фонари, разместить малоархитектурные формы и облагородить деревья. Общественное голосование, по результатам которого будут объявлены объекты на благоустройство, продлится до 30 мая. Ознакомиться с правилами можно на сайте 63.городсреда.ру. Я призываю всех жителей, чтобы они были более активными, более продвинутыми и сделали свой выбор, ну, в пользу общественных пространств. Для участия в голосовании необходимо пройти регистрацию на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.
За сутки в Самарской области зафиксировали еще 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 381 120. Такие данные в понедельник, 25 апреля, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 214 человек. Профилактика – лучшая защита. В Самаре в общественных местах продолжает действовать масочный режим, который помогает горожанам уберечься от коронавирусной инфекции. Как жители города выполняют это требование в общественном транспорте, проверили в ходе очередного межведомственного рейда. С утра до вечера в самарских автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутках и метро проверяют соблюдение масочного режима. Рейды организуются ежедневно. Позаботиться о себе и окружающих не так сложно, достаточно надеть маску. Я сама учусь в медицинском колледже и считаю, что это очень важно. Но так как это все-таки вирусная инфекция, она передается воздушно-капельным путем. В межведомственных рейдах участвуют представители перевозчика, городского департамента транспорта, добровольной народной дружины и полиции. В часы пик рейдовый контроль усиливается. Маска должна прикрывать плотно нос и рот и сохраняться на всем протяжении поездки. При выявлении граждан, которые не желают это требование соблюдать, сотрудникам полиции составляется административный протокол по статье 20.6.1, часть 1, где предусмотрен штраф для физических лиц до 30 тысяч рублей. При рецидиве тот же гражданин по решению суда может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей. Только за прошедшую неделю в суды направлено 29 протоколов. За весь период с сентября 2020 года 1969 протоколов, в том числе 990 за текущий год. Проверяющий обращает внимание не только на пассажиров без маски, но и на сотрудников транспортного предприятия. Наши сотрудники, экипаж, кондуктор и водитель получают утренний инструктаж о том, что они должны быть в защитных средствах и должны напоминать об этом пассажирам. Проверяющие отмечают, зимой пассажиры охотнее надевают маски, чем в теплый период, ссылаясь на духоту. Тем не менее, пренебрегать средством защиты не стоит. 2 мая стартуют дачные перевозки. Самарцы отправятся на свои пригородные участки. Без масок в общественный транспорт их пускать не будут. А проверка наличия средств защиты будет организована уже на входе в салон. То же самое касается начавшихся перевозок в направлении кладбищ в религиозные праздники. Пожилые пассажиры уже это помнят с прошлого года. Они всегда очень сознательно и ответственно к этому относятся и всегда имеют с собой маску. И даже если кто-то забыл, они предлагают воспользоваться своей маской. Проверяющие отмечают, чтобы маски отменили, их нужно носить. Как только позволит эпидемиологическая обстановка, ограничения снимут. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале Красноклинского района сообщают о новом конкурсе репостов. Его организатор – администрация Самары. На кону подарки – термос, зонт, портативная зарядка, термокружка с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда». Условия конкурса можно уточнить в телеграм-канале. Оставить свой голос за территорию, которая требует преобразования, можно на сайте 63.городсреда.ру. Администрация Самарского района просит жителей проявить активность и напоминает, что в рейтинговом голосовании от Самарского района участвует сквер Высоцкого. Голосование проходит одновременно по всей стране в онлайн-режиме и будет продолжаться до 30 мая. В Ленинском районе участники экологической акции «Пожиратели незаконной рекламы» продолжают борьбу за чистоту и красоту города. В проект активно включились школьники, студенты, волонтеры, активные жители. Учащиеся школы номер 12 очищали фасады и подъезды домов, фонарные столбы и дорожные знаки от объявлений. В телеграм-канале городской администрации продолжают знакомить самарцев с красивыми особняками города. На фото дом Каргино и Чайковского. Строительство доходного дома по улице Молодогвардейской, 59, началось в 1898 году. На первом этаже здания располагались помещения торговых лавок, куда вели 4 двери прямо с улицы. В 1900 году хозяином домовладения становится Чайковский. После расширения дома в верхних этажах разместились волжско-сибирские номера. Особняк восстановили в сентябре 2018 года. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во ВКонтакте, а выпуски новостей смотрите на платформе YouTube. Всего доброго. До встречи.